Трамваи застыли в очереди в ожидании проезда. На путях перевернутая «Газель», карета «Скорая», рядом покореженная легковушка «Шевроле Авео». Таковы последствия удара. ДТП из категории резонансных произошло сегодня утром. По словам водителя «Авео», он ехал с улицы Архангельской в прямом направлении. «Газель» спецслужб двигалась по проспекту Победы. Двигался в крайнем правом. Тут две полосы прямо. Вот «Скорая» двигалась по проспекту Победы. Скорая была с включенным маячком, но двигалась она больше сотни километров. То есть он не убедился, явно с превышением. То есть ближайший ряд к скорой успел притормозить, а я не увидел его. В момент ДТП бригада скорой ехала на вызов в Череповчанке. Требовалась срочная медицинская помощь. В 9:10 поступил вызов на Белеева 58, заправка. На рабочем месте женщины, бронхиальная астма, удушье. Выехала бригада с Комарова. Бригада номер 13, фельдшерская. И в 9:20 уже мне позвонил фельдшер, что они попали в ДТП. Со станции к девушке немедленно отправили другую бригаду. Как выяснилось, помощь потребовалась и самим медикам. В аварии пострадал один человек. В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получил фельдшер скорой помощи, сотрясение головного мозга и доставлен в больницу. Восстанавливать придется и машину скорой помощи. Какое-то время ее нельзя будет использовать. Все обстоятельства этого происшествия сейчас уточняются. Ольга Соловьева, Виталий Присмотров. Новости.